Заботливо и нежно продавцы укрывают тюльпаны шерстяным одеялом. Хотя 8 марта и считается праздником весны, тепла и красоты, но все же холода еще не отступали. Уличные лотки с цветами к Международному женскому дню буквально расцвели в этот понедельник у всех крупных остановок и торговых центров Пензы. Луковичка и тюльпаны. Букетики одна штучка 100 рублей. По 200 рублей букет. Мимоза традиционно дешевле. Собственно, ее на прилавках и больше. А вот пока малочисленные тюльпаны, как утверждают продавцы, завозят из Краснодара. Потому эти букеты обойдутся дороже. И хотя до праздника еще остается время, покупатели уже начали активно скупать оба вида этих цветов. Жене вечером. Потому что весной они только идут. Розы можно и летом подарить. Маме, сестре. Кстати, судя по нашему опросу, сильная половина человечества предпочитает дарить мимозы. Именно эти цветы для них остаются символом весны и 8 марта. Как, в свою очередь, утверждают продавцы, на своем праздничном посту они пробудут вплоть до Международного женского дня. Так что купить цветы успеют все желающие.